Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, поклонники танцевального спорта. Я рад приветствовать вас в Москве на чемпионате Европы 2013 года по латиноамериканской программе среди пар WDSF Professional Division. Лучшие танцевальные пары Европы с их совершенной техникой, уникальным стилем, отличной хореографией и высочайшим уровнем танцевальным будут бороться сегодня за титул чемпиона Европы 2013 года. Я уверен, что высокопрофессиональная судейская коллегия, как всегда, присудит этот титул самой достойной паре. Я хочу поблагодарить организационный комитет за хорошо проделанную работу. Спасибо парам за проявленный интерес к этому событию. Спасибо публике за любовь и поддержку нашего вида спорта. Мои особые слова благодарности одной из лучших пар мира и России, которые сегодня являются авторитетными тренерами и прекрасными организаторами традиционного кубка «Латинский квартал» Светлана Треверинович и Сергей Дуван. Давайте поаплодируем. Я абсолютно уверен, что танцевальные дуэты с поддержкой наших замечательной публики, наших зрителей, сделают этот вечер поистине ярким и неповторимым. Я желаю всем парам легкого паркета, а нам, всем нам, кто находится в этом зале, великолепного шоу. Dear ladies and gentlemen, dear friends of dance sports, today Russia and Moscow host the WDSF Professional Division European Latin Championship. Europe's best professional Latin couples with their perfect technique, unique style, excellent choreography, and the highest level of performance will compete for the championship title. I am sure top-level, highly professional adjudicators final, as always, will choose the best couple on the floor tonight. I would like to thank the organizers committee for their perfect work. I would like to thank to all the couples for the interest for this championship. And certainly, I would like to thank to the audience for their constant interest in our sport. My very special thanks to the one of the best Russian and world Latin couple, amazing coaches and organizers of the traditional Latin Quartal Cup, Svetlana Tverinovich and Sergey Duvanov. I would like to ask you to applaud to our organizers. And I am absolutely sure that our couples, with the support of our audience, will make this event spectacular and unforgettable. I wish all the couples good luck on the floor and for us to have a beautiful show. Thank you very much. Александр Иванович, как всегда, совершенен в русском и в английском. А теперь позвольте попросить вас, Александр Иванович, еще открыть наш чемпионат Европы. Я считаю, что нужно открыть европейский чемпионат WDSF Professional Division открытым. Гимн победы.
Ну что ж, дорогие друзья, у вас сейчас есть великолепная возможность еще раз все наши танцевальные дуэты искупать в овациях. Они пройдут мимо вас, прежде чем вступят в борьбу за титул чемпиона Европы.